Вот это ничего вырезать не надо, это преступление. И вот эти преступления нужно показывать, во что они превращают людей. Мы таких по городу ловим, а он сам к нам приперся. Она уже шла ко мне на прием со мной, зная, что меня повезут туда в психушку, потому что команда уже была. Меня задержали на примерно 7-ю минуту начала моей процедуры часовой. Ничего, поехали, там да пройдешь, там проедешься. Я понял, что что-то не то. Через 3 минуты в дверях появились охранники. Наковали наручники на меня. Он мне ответил, говорит, да просто я устал кулаки ломать. Чтобы в морду не бить, я наручники сразу одеваю и все. Таких, как вы, у меня еще 8 ходок. Я не успеваю, у меня план. Меня привязали и вкололи мне укол. Все, я отрубился. Здесь могут выколоть глаза. Здесь есть подвальные помещения. Судью видел, но все это происходило в полумраке. Я был в таком состоянии, куматозном. И весь суд прошел за 3 минуты. Это было прям в психушке. Дайте мне постановление. Они от меня убегали. Я не знал даже, что она адвокат. Я был под наркотиками, я был в куматозном состоянии. Я толком это все как в тумане. Вот меня сегодня выписали, у меня даже заключения нет сегодня. Когда судья сказала, все, суд, постановление принято. Я только тогда понял, что я оказывается в суде. Он в себя будет приходить несколько месяцев. Полгода как минимум. И Артемонов развел руками, сказав, знаете что, недоработочка. Судя по Артемонову, да, Артемонке. Я Никиту записала на видео, он продемонстрировал, как он ходит, походкой робота. А там 90% так ходит. В течение 2 минут они приняли решение, что меня нужно ложить. Вот так прошло свидетельство. А свидетельствования не было вообще. Не было вообще. По 2 капельницы в день. Синяки от капельниц вот здесь вот. В России делают людей инвалидами фактически. Но такого места, в котором я провел вот эти вот 27 дней, я впервые в жизни увидел. Это вообще страх лютый. И тараканов там достаточное количество тоже. Мясо я видел один раз. Похудел на 5 килограмм. А там пациенты разные, очень разные, страшные. И вот эти 3 стаканчика, они как бы на всех. По ночам туалет закрывали, выставляли 3 ведра. И все люди ходили вот в эти 3 ведра, которые стояли в конце коридора. И ванизм шел на весь коридор. Туалетную бумагу выдавали? Ни разу. Если ты даешь добро, мы эту тему так раскрутим, мама не горюй называют. Я даю добро. Благодарствую. Препараты применяли. Таблетки, уколы, капельницы. Таблетки, уколы. На вязки тебя сажали? В первый день, да. Да. И зав. Отделения призналась, что в первый день мне применили незаконный препарат. То есть меня привезли, на вязки раздели, сразу же на вязки, сразу вкололи укол. И вот этот укол самый первый был. Он был незаконный, и это мне лично призналось зав. Отделения. Этого человека, который это сделал, уже уволили. Фамилию, имя, отчество знаешь? Не знаю, но можно узнать, я думаю. Все дело в том, что я написал главврачу о том, что это причинение тяжкого вреда здоровью. Группа лиц, поэтому это часть 3, фактически, статьи 111. Там мало им вообще не покажется. Но я уж не говорю о части 2. Вот адвокат хочет что-то сказать. Да. Владимир, слушаем. Вас не слышно. Сегодня, значит, выпустили. Да. Который теперь уничтожит всю психиатрию. Карательно. У нас на тебя большие надежды, Никит. Мы на твоем случае можем разбомбить их по полной программе. Я готов оказать всяческое содействие. Мы не только можем, мы уничтожим на вашем примере карательную психиатрию полностью. Потому что
совершенно свободно можно написать и жалобу в Конституционный суд, и, естественно, мы напишем жалобу и в ЕСПЧ, и в Комитет по правам человека, и против пыток, это однозначно. Поэтому, если в ЕСПЧ будут откалывать те же самые номера, которые они откалывают обычно, то у них никаких шансов не будет, потому что Комитет по правам человека однозначно примет эту жалобу к рассмотрению и рассмотрит ее. Я вас услышал. Никита, ну а вы как, вот, как блогер, да, вы расскажете то, что с вами было для общественности? Ну да. С самого начала. Ты вот, насколько я знаю, последнее видео у тебя, ты там на 600 тестов, что ли, отвечаешь. Потом ты, получается, на следующий день пошел психушку сдавать эти тесты, да? На следующий день я пошел к главврачу. И записал с ним видео. И, к сожалению, я это видео не перебросил на свой жесткий диск. И пошел с этой же камерой уже в среду на еще одно лечение, где меня уже и приняли. Не на лечение, на прием. На прием, да. Потому что мне назначили расширенное лечение. Оно заключается из нескольких циклов. То есть обследование, не лечение. Обследование, тест. Да. И... вот сегодня, приехав домой, забрав свои инструменты, камеру, я увидел то, что флешка отформатирована. Мы уже ее попробовали восстановить, но безуспешно. Вот ты пришел в психушку, что дальше произошло? Ты к главврачу пришел? Я включил видеокамеру и начал с ним беседовать. Через полчаса, примерно 20 минут, он убежал из кабинета и от меня. И начал какие-то мешки таскать по коридору. Это у него в кабинете все происходило, да, ты находился? Да, у него в кабинете было. Я ему задал вопрос, он мне сказал то, что я на учете. Я в его кабинете в понедельник, это было 23 числа, впервые в жизни узнал, что я, оказывается, стою на учете. Я ему задал вопрос, извините меня, а если я стою на учете, то каким образом я владею этим оружием, лицензией? Почему у меня травматический пистолет по сей день? Как я два раза выдвигался в депутаты? Почему я не посещал приемы какие-то, ну там, не ходил на отметки? Он мне говорил, что учет, сказал, есть разные, и ты стоял на консультативном учете. Дальше мы почитали, что вот консультативный учет, он определяется, посещение его определяется самим пациентом. И если пациент в течение года ни разу не обращается, то он автоматически с него снимается все ограничения. И дальше он от меня убежал. Я начал говорить, спрашивать, а почему мне нельзя почитать свою личную книгу, что в ней написано? По моему мнению, что вы, говорю, записали, меня поставили на учет задним числом. Ну, это история болезни, а не книга. Дальше я спрашивал у главврача, почему было 4000 сначала для меня, а теперь не 4000. Вот он мне и объяснил то, что а ты наш пациент, ты наш клиент, ты для наших клиентов... Процедуры бесплатные, для тебя даже шапочка вот эта за 1300, она бесплатна. Хотя тот врач, который мне изначально принимал прием, он говорил, что на второй день, когда я пришел, то у меня аудиозапись сохранилась, что 4000 мы тебе снимаем, но шапочку за 1300 тебе пройти нужно. Как человек, сидящий, принимающий и у которого карта перед глазами, не может знать этой информации. Ну это понятно, это мы все слышали на видео. Дальше что произошло? Как тебя задержали? Задержали? Я ушел с этого кабинета, я погонял по коридору этого главврача, который от меня убегал. Я говорю, когда сроки, я написал заявление о том, чтобы дали мне выписки из моей личной карты. И ушел. Через два дня, это было в понедельник, в среду я пошел на назначенный мне прием в 13:00. Я пришел туда,
увидел этих пациентов, которые в ряд стояли, которым нужно было 1300 доплатить дополнительно. То есть они, я вам рассказывал, да, в ролике, как они за 500 рублей платят, приходят, говорят, ты какой-то не такой, спускайся вниз, там платишь 1100, отвечаешь на вопросы 100 минус 100, 100 минус 100, 100 минус 100, треугольник от какой, от треугольника отличается. Тебе ставят бланк, поднимаешься вверх к этому врачу, и он тебе уже ставит печать. Я увидел своего подписчика. В этом там стояла очередь. Очередь с такими листовками. Я так и понял. Вот они, думаю, эти люди. Я их все хотел заснять. Я остановился, включил камеру и начал их снимать, брать интервью. Говорю: здравствуйте, девушка, расскажите, что с вами происходит? Она говорит: я студентка. Я прохожу каждый год медкомиссию. В прошлом году я проходила медкомиссию. Мне сказали, что я какая-то не такая чуть-чуть. Мне нужно дополнительно было пройти. Я спустилась, заплатила 1100, поднялась и 500 рублей уже заплатила еще. Скажи, вот ты пришел, то есть ты в понедельник ходил к главврачу, вы с ним, ну, скажем так, ты оттуда ушел в здравии, жив-здоров, а в среду ты вернулся, дальше что произошло? Да, в конце главврач вызвал охранников, но охранники силу не применяли, потому что они ждали, когда я соберу манатки, допишу свое заявление о том, чтобы мне дали выписку из моей карты и уйду. Я, в общем-то, так сделал и своим ходом ушел от главврача. В среду я пришел в назначенное доктором мне время в 13:00. Мимо проходя, увидел эту девочку. У этой девочки был папа, мой подписчик. И он говорит: о, привет. И рассказал эту историю, то, что поборы берутся. Говорит: моя дочь в прошлом году прошла, дополнительно заплатила. Сейчас, спустя год, ей нужно взять справку. Мы стоим опять здесь. Пришли, заплатили в кассу 500 рублей, спустились сюда вниз, опять 1100. Сейчас ответим на эти вопросы простые, 100 минус 7, минус 7, минус 7. И поднимемся, возьмем опять. Я это все зафиксировал. Дальше я увидел у себя на пути, это было все в коридоре, женщину, которая меня назначила на это расширенное лечение. И своим зрителям в камеру говорю: смотрите, вот она пошла. Вот эта женщина говорит, даже не знает, что у нас есть таможенный союз с Белоруссией. Она даже не знает, что наши две страны собираются объединяться. И она решает отправлять человека на лечение. Человек, который вообще не... На обследование. Человек, который вообще не понимает, что творится в нашей стране. Ну, после этой фразы я дошел до своего кабинета. Пришел. У меня началась процедура. Передо мной разложили карточки. По взгляду той женщины, которая меня проверяла, я понял, что что-то не то. Через 3 минуты в дверях появились охранники. Через еще 3 минуты в дверях появились такие амбалы в санитарных одеждах. Наковали наручники на меня с каким-то таким третьим мужиком с папкой. И отвезли меня на Шепетково 14. У тебя следы от наручников остались? В данный момент нет уже. Угу. Прошло много дней. Но кабинет главврача, подожди, тебя отвезли в другое здание или все в этом же происходило? Другое здание, в другой микрорайон. Отвезли меня, да. И там, когда меня слушать, меня сразу тут же не стали. Просто сняли наручники, сказали ложить. Вот этот вот капрал у них как бы третий такой. Тот, который наручники одевал, я говорю: вы зачем применяете спецсредства? Я же не оказываю сопротивление. Он мне ответил, говорит: да просто я устал кулаки ломать. Чтобы в морду не бить, я наручники сразу одеваю и все, говорит. Я говорю: вы понимаете то, что когда меня привезут в наручниках, это воспримут по-другому. Якобы я оказывал сопротивление. Он говорит: мне пофигу, мое дело маленькое, мое дело возить. Таких, как вы, у меня еще 8 ходок. Я не успеваю, у меня план. И, в общем, отвез меня, привез. Тот с планшетом, который третий ехал, быстренько что-то там написал. И определили меня, все, говорят, его навязки и куда-то навязки. Меня затащили на этаж выше. Раздели, приковали меня, привязали меня после того, как раздев, меня привязали,
и вкололи мне укол. Еще раз повтори, вот тебя, то есть, завели в отделение мужское, да? Да, меня завели в отделение на третий этаж, по-моему, или на четвертый, я не помню точно. Это все происходило буквально в течение, говорю, 2-3 минут, все быстро. Потому что у этого амбала, у него много заказов. Ему нужно в наручники оковывать еще других и возить. У них, чем, ну, как это, таксисты у них, чем больше, тем лучше. И, ну, это с моих слов, мое суждение. После того, как меня подняли в отделение, меня быстро раздели, с меня сняли всю мою одежду, запихали в мешки, положили на шконку, привязали руки к, ну, навязке, то есть положили, да, образно, понимаете, что такое навязки. Да, да, я видел, и укол, и воткнули мне укол. Все, я отрубился. Я отрубился, после чего мне какой-то чувак толкал меня в бок. Вот. Я проснулся от того, что кто-то меня толкает в бок и говорит мне какие-то слова, якобы половина за тебя, половина против тебя. Ты делаешь правильное дело, но у тебя здесь много врагов. Здесь могут выколоть глаза. Здесь есть подвальные помещения. Здесь есть люди. Здесь какой-то бред он мне, короче, нес. Это не бред, как, Никита, это чистая правда. Это, я тебе точно скажу. Как сейчас дальше скажу. Как выяснилось, это был тот человек, который меня принимал. Это худощавый такой парень в приемной. Изначально, который меня туда принял и определил. На сегодняшний день он уже уволен. И именно он дал распоряжение вколоть мне вот этот вот незаконный препарат. Ты хоть имя его запомнил? Как он выглядит? Он худой. Рост 1,80-1,90 м? 1,90 м, да, где-то. 1,90 м. Мужчина вес... сколько лет? Около 27 лет, 28 где-то так, от 25 до 28, рост 1,90 м, вес где-то 75 килограмм. Ну, это установить несложно. Это установить несложно. Кого они там уволили, в связи с чем, да, уволили, да, установить это несложно. Мы это устанавливаем для жителей города Владивосток, чтобы они его знали. Его уже узнали, я думаю, по описанию. Потому что город, те, кто общается в кругах медицины, они его однозначно узнали. А дальше народ этого... Более того, они его уже уволили. Тем более, еще один признак, его найдут однозначно. Дальше меня, как бы, все эти дни кололи и пичкали лекарствами, таблетками. Я пил таблетки... Я не мог уснуть, я отжимался, приседал. И первую неделю я чувствовал себя, в принципе, бодро. У меня были силы. Но на вторую неделю у меня появилась слабость и ломота в костях. Я не мог спать, я отжиматься больше 10 раз не мог. Когда вначале я отжимался по 50. И приседал я тоже сначала по 50, а потом по 10. Дальше я просто психанул в один момент, говорю, да я не могу здесь, и взял зеркало, и прям вот так вот хотел зеркало это, прям вот сдереть это зеркало. Люди увидели, что я на взрыве, я на взводе, и меня перевели на другое лечение. Дальше стало, ну, более-менее поправляться, как бы. Я начал также принимать лекарства, эти таблетки, одна беленькая, большая, и две маленькие, это для сна мне говорили, как бы. Также я для сна, я не мог уснуть. После того, как вот вы и жители подняли шум, это было вот где-то неделю назад примерно, меня отвели на комиссию. Там, конечно, скомпрометировали меня, заставили сказать, наверное, какие-то слова, которые будут использованы против меня в дальнейшем. Возможно, они наверняка писали сегодня на диктофон, у меня писали. По крайней мере, сегодня было второй раз, сейчас я до этого дойду, то есть первый раз, да? И после этой комиссии сказали то, что принято решение меня выписать. Выписать меня 26 числа.
Это было, сейчас скажу, примерно 12 числа. То есть меня решили подержать там еще 2 недельки и выписать. А сегодня состав этой комиссии был опять уже вокруг меня. И уже стояла камера. Говорили то, что тебя пишут, меня предупредили. Опять этот профессор убеждал меня в том, то, что я на самом деле больной, коль я обращался в 2016 году. И сказал, и хотел, чтобы... Подожди, Никит, важный момент. Многие спрашивают, что произошло в 2016 году. Только коротко, пожалуйста. Я так понял, ты просто пошел поговорить с ними, да? Репортаж заснять, и все. Да, в 2016 году это один из первых моих видеороликов, который называется «Кто такой в России параноик?». Я пошел и попросился на расширенный этот анализ. Записал это и выложил на видео. И как бы у меня был обнаружен, по их мнению, первичные признаки, начальная стадия параноидальной шизофрении. А они это всем ставят. Вот. Но это дело 99% такого диагноза. Да, они мне сказали, мы таких по городу ловим, а он сам к нам приперся. В конце они мне выписали список лекарств и сказали, чтобы я больше не приходил. Все так и было. Я взял этот список лекарств и больше к ним не приходил. Вот прошло 4 года, мне понадобились водительские удостоверения, и мне пришлось прийти туда. И я вот столкнулся вот с этой вот системой. Там, по сути, тебя вот сейчас выясняется, ну, якобы все со слов, я так понял, ни одного документа нет у нас на руках, и у вас в том числе, да? Вообще ни одного. Пока. И сейчас выясняется, что ты якобы с 2016 года, якобы, именно якобы, состоишь на консультативном учете. Да, который вообще со слов Артемонова, со слов главврача, я состою на консультативном учете. Я почитал, что такое этот консультативный учет, еще раз повторюсь. Посещаемость определяет сам пациент. Если в течение года он ни разу не обращался, значит все ограничения автоматически снимаются. Как только тебя приняли вот, в психушку, на вязки положили, там они обычно полный пакет документов подсовывают. Электробезопасность, обработка персональных данных, добровольное согласие на лечение. И там много-много всяких таких документов. Ты хоть что-то подписывал? Я подписывал на добровольное персональных данных. На обработку персональных данных я подписывал. И я подписывал... то, что не нуждаюсь в юридической помощи. Ну, ты осознавал, что ты делаешь? Они мне сказали, что это поможет твоему скорейшему выходу оттуда. Наоборот. В какой момент отказывался от юридической помощи? Это было либо 13 апреля, когда мы ходили с Яной и с блогерами к главному врачу, или это было... при госпитализации, на следующий день после госпитализации? Или это там... было, наверное, 13 апреля. Суд, решение суда, судью видел? Судью видел, но все это происходило в полумраке, я был в таком состоянии, ну, куматозном. Был судья, адвокат, прокурор, и весь суд прошел за 3 минуты. Это и где происходило? В психушке или отдельно вывозили? Или в суд, или тебя в психушке. Это было прям в психушке. И адвокат был. И адвокат. Судья. Отлично. И судья. Все как у меня. Значит, что касается отказа от юридической помощи. Отказ от юридической помощи они получили посредством обмана. Вот, поэтому этот отказ... Поэтому этот отказ не имеет никакого юридического значения. Предлагаю комментарии, мнения потом. Сначала вопросы Никите. Можно еще вопрос, Никита? Да.
Решение суда вручали под роспись, давали ознакомиться, почитать, что вот решение суда. Нет, я его просил несколькократно. Я на протяжении 2 недель бегал, говорю, почему я здесь? Они мне говорят, по суду. Я говорю, дайте мне постановление. Они от меня убегали. Заключение? С адвокатом, который присутствовал вот на этом суде, общался, хотя бы его данные там какие-то. Хоть он подходил, нет, говорил что-нибудь. Я его увидел. Правильно арестовали, считаю, жаловаться нет необходимости. Адвоката я увидел рядом с собой. Это женщина, и я не знал даже, что она адвокат. Она просто встала. Выслушались, то есть один сказал одно предложение, другой сказал другое предложение, я сказал 2 предложения, потом адвокат сказала, я считаю, его нужно отпустить, села. Все, вот это одна фраза адвоката, и в итоге меня осудили, сказали, а мы считаем, что его держать. Значит, Никита, извините. Этой фразы адвокат тебе подходил, о чем-нибудь разговаривали с адвокатом? Нет, я даже не знаю, как ее зовут, я уже и толком забыл, как она выглядит. Худощавая женщина какая-то. Ну, еще раз, решение суда просил, не дали. Не дали, однократно, неоднократно. Письменно не истребовал, письменно не писал. Вот в тот момент, нет, там, может быть, не писал. Могли письменно подсунуть документ, сказать, подпиши вот здесь, что-нибудь подписывал, потому что они обязаны были и ознакомиться с решением суда. Они мне что-то давали, они какой-то протокол не давали подписать, что-то такое давали, но я был под наркотиками, я был в коматозном состоянии, я толком это все как в тумане. Что-то они мне давали. Там был такой один маленький листик, это якобы как постановление, и один такой лист побольше. И вот что-то где-то подпиши. Я написал, не согласен. Писать-то толком не умел. Стоп, подождите, важный момент. Ты написал, ты на этой бумаге написал «не согласен», правильно? По-моему, да. Ну, он же сказал, вас перед судом знакомили с какими-нибудь материалами дела? Нет. А заключение врачи вам предоставляли? Нет. Вот меня сегодня выписали, у меня даже заключения нету сегодня. Еще раз, у тебя ни одного документа на руках нет, правильно? Да, у меня документ только моей. Шапочка, инфоцеллограмма вот это вот. Ну, шапочка. И все. Где мои документы? Это то, зачем он ходил на Некрасовскую 50, вот за 1300 проходил. Вот его с этой шапочкой выпустили. Вот я вам показываю все документы, с которыми меня сегодня выпустили. Вот они, все документы, то есть. Все понятно. Благодарю. Все остальное это личные вещи, ну, с которыми я поступал. Ну, с отформатированной флешкой, конечно. С отформатированной флешкой? Да. То есть они однозначно нарушили часть 2 статьи 23 Конституции Российской Федерации и получили данные, которые их не устраивают. Постарайся вспомнить, на какой день состоялся суд? Примерно на 4-й. Ну, к 4-му дню, если они кололи галоперидол, он был вообще уже никакой. Я был на самом деле никакой. Я вообще не помню. Они меня куда-то завели, сидят люди. Я только потом в конце, когда судья сказала, все, суд, ну, постановление принято. Я только тогда понял, что я, оказывается, в суде. Когда адвокат сказала. Более того, я вам по секрету скажу, я потом это вырежу. Я слышал голос Никиты 3 дня назад, когда к нему мама пришла. Да, он 3 дня назад был никакой. Я слышал его голос. Вот сейчас он более-менее нормально разговаривает. Почти нету, ну, никаких признаков. Чуть-чуть присутствует, но 3 дня назад он был в совершенно заторможенном состоянии. Я слышал это. Значит, вот это ничего вырезать не надо. Вот это ничего вырезать не надо. Это преступление. И вот эти преступления нужно показывать, что они с людьми делают. Ну, это на усмотрение Никиты. Если он даст добро, мы это все публикуем. Все от тебя зависит, Никит. Если ты даешь добро, мы эту тему так раскрутим. Мама не горюй называется. Я даю добро.
Благодарствую. Это не имеет значения, что он там говорил. Не имеет никакого значения, что он там говорил в этом состоянии. В этом состоянии он может говорить вообще все, что угодно. Согласен с вами полностью. Поэтому вот это нужно все показывать. Как, во что они превращают людей? А, Никит, тогда следующий вопрос. Вот, ну, понятно, ты дал добро, уточняю. Тот, там у нас запечатлелся маленький кусочек аудиозаписи, как тебе дали телефон, чтобы ты с мамой поговорил. И там отчетливо слышно 3 дня назад, что у тебя был очень заторможенный голос. Ты даешь добро опубликовать эту запись? Да, конечно. Да это необходимо показывать. Я, нет, можно пояснить? Мне не нужно пересылать, я вам сразу и даю добро, мне скрывать нечего. Татьяна Анатольевна, пожалуйста, покажите мама, Никиту пожалуйста, маме. Вот мой телефон, давайте так, хотя бы, если невозможно. Я не буду... Сюда, вот сюда. Не надо. Это идиоты просто-напросто. Сейчас мама тебе позвонит. Чего она не звонит? Дальние родственники объявились у матери. Стоят там. Мама одна стоит, они села. Я говорю, а что же вы, говорю, рулетики-то шоколадка, газировка. Ой, нам ничего не давали. Они, сука, целые сутки обсуждали, кто кому принесет. А чего мама не звонит? Леша, сходи, пусть она набирает его. Ну, в смысле, вот этой. Видно тебя? О, привет. А ты чё в такой шапочке? Ты чё в такой шапочке, говорю, нарядилась? Я говорю, почему ты сбросилась? Подожди, сейчас ещё. Может, усилить. Это, не трогай этот телефон, это какой-то Яна Шестун, а то потом скажешь, что Татьяна Анатольевна ещё телефон что-то сделала. Я не хочу отвечать за это. Мне уже надоели эти ваши блогеры, блин. Перезвонить, ответить. А, 2 пропущенных звонка. Что ты делаешь? Зачем ты полез туда? Вот, все нормально, я шарю. Я же блогер. Правильно? Да. Вот она, мама. А, привет, привет. Да, я тебе... А я тебя очень хорошо слышу. Я тебя слышу очень хорошо. Она, по-моему, тебе кто-то звонит, да, еще? Нет? Звонок пропущенный. Тут какие-то... Ну, давай мы не будем лазить в чужой... Не, ну, туда зачем тебе звонить? Блядь. Ты знаешь, подожди, не жми, Никит. Не жму. Вот, назад. Привет, привет, ты меня слышишь? Да, я скажу к ней что-то с телефоном. Ты слышишь меня или нет? Подожди, можно? Да. Подожди, сбрось пока. Пусть он пока нет. Здесь, да? Да, пусть он здесь, сейчас что-то с телефоном. Это уже было, это я был более-менее нормальным, я вам что хочу сказать. Это они меня уже 3 дня как... начали реабилитировать, потому что после этой комиссии они приняли решение меня отпускать. А для того, чтобы отпустить, нужно меня привести в порядок. А я то же самое говорил. Я хожу, я до сих пор как робот хожу по квартире. По сей день. Здравствуйте, друзья. Вот так вот я ходил почти 4 месяца по психдиспансеру на Шупенкова 14. Там почему-то невольно вот такая походка образовывается. Меня задержали на Некрасовской 50. У меня убрали таблетки. И вот сейчас мое состояние более-менее нормальное. Но покажи, Никит, так, походка, как ты ходишь. Походка робота. Хожу вот так вот. И ничего не можешь с этим поделать. Я могу, но для того, чтобы мне начать идти нормально, так. Нормально, мне нужно включить мозг, мне нужно вспомнить об этом. Мне нужно...
нужно вспомнить, что я на свободе, что я иду нормально, что я могу ходить нормально. Да, он будет приходить в себя еще несколько месяцев. Он в себя будет приходить несколько месяцев. Полгода как минимум. Нет, они не довели его до паркинсонизма. А вот если бы они еще довели до паркинсонизма, если бы они еще недельку покололи его, он бы полгода был в состоянии паркинсонизма. Никакие бы таблетки ничего не помогло. Всем добрый вечер, добрый день. Рафаэлю добрый день, да. Значит, добавлю следующее. Никите выдали сегодня еще, значит, решение комиссии об аннулировании лицензии на право ношения, да, Никита, оружия, травматического оружия. Я обратила внимание, Никит, покажи, пожалуйста, что дата, обратите внимание, в день его задержания, 25 марта 2020 года. То есть они слепили быстро вот это решение и упекли его в психушку. Если это решение от 25 марта, а это решение они могли принять только после его освидетельствования. У них нет права, оно недействительное, вот это решение. Ага, Никит, не два, а по одному показывай, пожалуйста. Я поясню, мои подозрения таковы. Значит, поскольку они перед тем, как принять решение о его принудительном помещении в стационар, они подготовили документы о его учете, диспансерном учете. Да, и они, конечно, поняли, что раз уж он у нас больной, ребята, а у него же там еще лицензия там и так далее на ношение, да, оружия. И поэтому они быстренько подготовили вот это, сляпали, как подтверждение и обоснование, что он, ну, он же не должен иметь оружие там и так далее. То есть они быстро с задними числами подготовили эти документы. Ну и в том числе... Яна, подожди, Никита, извините. Да. Я обращаю ваше внимание на рассказ самого Никиты. Все дело в том, что когда он пришел в больницу и когда ему сказали о том, что он находится на учете, он сам им сказал, Никита сам им сказал, а каким образом я стою на учете, если я имею разрешение на ношение вот этого оружия? И Артемонов развел руками, сказав, знаете что, ну, недоработочка. Да, и вот и когда Никита им напомнил об этом, они тут же все материалы и сфальсифицировали. Тут же. Я не хочу добавить, что 24.03. 24.03. Ага. Сейчас есть видео, которое я сделала в порядка 10 минут, да, Никита? Я Никиту записала на видео, он продемонстрировал, как он ходит. Такой походкой робота, как он ходит. Подожди, ну 25-е, вот, я же говорю, 25.03, посмотри штамп, верхний правый угол. Верхний правый исходящий, я на него обратила внимание, там, да, 25-е. А решение, наверное, от 24-го. Я вот на это. А само решение 24-го, да, 03-го, ага. Вот. Ну, это косвенное подтверждение всех вот этих фальсификаций и манипуляций, да, с его учетом, и дальше они начали фарш, так сказать, обратно прокручивать. Значит, видео есть, где Никита объясняет все так же коротко, и его непосредственно походка, я полностью его вот сняла, и он демонстрирует, как он ходит обычно, как он ходит, вот, заставляя себя, свою голову напрягая, чтобы идти, как вот, ну, Никита сейчас объяснит. Как в обычной жизни. Идти, как в обычной жизни я всегда хожу. Он должен, вот он сказал, как в обычной жизни я хожу, я должен заставлять свой мозг давать команду ногам, да, Никита, так? Чтобы ноги шли нормально, нормально. А так он действительно как робот, вот так вот. Паркинсон, вот один в один. А там 90% так ходят людей. Меня интересует первое освидетельствование.
Ну, собственно говоря, понятно, что первое свидетельство не должно было быть перед судом. И, судя по всему, этого свидетельства не было, да, Никита? А нет? Как оно происходит, освидетельствование, расскажите. Оно происходит точно так же, как происходило освидетельствование сегодня. Собирается комиссия врачей, общаетесь. Вот расскажу, как было первое свидетельствование. Меня привезли эти два дуболома в наручниках, завели в эту коптерку, сидел этот худой, дрыщавый, молодой, уволенный человек. И чувак с папкой, который вез нас в этом богодульнике с этими двумя дуболомами. В течение 2 минут они приняли решение, что меня нужно ложить. Вот так прошло свидетельство. Нет, это не освидетельствование. Значит, его не было. Значит, его не было. Это не освидетельствование. Вас привезли в стационар, положили в палату на вязки, сделали укол. Но в любом случае перед судом должно было быть комиссионное освидетельствование. Вот как сегодня у вас было, точно так же оно должно было быть перед судом. Значит, освидетельствования не было вообще. Не было вообще. Прекрасно. Значит, у них нет заключения, которое было бы, должно было быть получено в установленном законом порядке. Это все сфальсифицировано однозначно. Следующее, третье, второе свидетельствование было, как вы сказали, 13-го, да? У меня было всего лишь их два. Ну да, вот, да. Конференции. Одно сегодня было под камеру. Да, а, да. Да. А первое было вот сегодня какое? 20-е число. А первое, да, 13 числа, когда они меня перестали пичкать, они мне в экстренном порядке начали делать капельницы, по 2 капельницы в день. Говорят, кулачок не зажимай, потому что синячок будет. Ну, то есть, тут у меня вот синяки от капельниц вот здесь. Ну, вот. Понятно. На второй руке, да. Быстренько-быстренько меня прокапали. А вчера вызвали и дали таблеточку. Говорят, на тебе таблеточку. Эта таблеточка, она нейтрализует все твои недуги. И все. А с таблеток с меня сняли вообще уже дня 3-4 дня назад с меня сняли вообще все таблетки. И вот я когда разговаривал, вот у вас есть запись по скайпу. Кстати, мама говорит, что у нее, если что, тоже есть данная запись. Да, эта запись у меня есть. Она говорит, что это был примерно третий день уже, как меня начали реабилитировать. То есть перестали мне препараты колоть и капали. Я обращаю внимание всех на то, что нейролептики не лечат психические расстройства. Они предназначены для купирования психозов. А еще меня через псевдосуд хотят обколоть и напичкать таблетками, чтобы я половину своих мозгов смыл в унитаз. Они это называют купирование симптоматики. По сути, операция по уменьшению мозга. Значит, что касается Никиты, то он в нейролептиках не нуждался вообще. Ни в каких. Потому что не было состояния психоза. Что касается недостатков в расстройствах мышления, то эти недостатки можно устранять посредством психотерапии, но никак не с помощью нейролептиков. В России не лечат психические расстройства. Вообще их не лечат. Просто казнят нейролептиками, причиняют тяжкий вред здоровью и делают людей инвалидами фактически. А, Никит, вспомни, пожалуйста, у тебя этот забор крови, анализы какие-то брали, там, кал, да, мочу. Да, у меня температуру брали. Мерили? Да, мерили температуру, брали кровь, говоря, что на коронавирус, брали мочу, брали это все. Ну, это все стандартная процедура. Ну, у меня вопрос, я Никите хочу задать вопрос. Никита, вот в тот момент, как врач вызвал там этих охранников, санитаров, кого там, чтобы вас задержать.
и доставить в психстационар. Вы демонстрировали какое-то бурное эмоциональное поведение или вы просто разговаривали? Я в данный момент находился на расширенном этом приеме и отвечал на вопросики, которые мне задавались. А вопросики заключались в следующем. Мне давали картинки, и там животные всякие разные. И говорят, убери здесь лишний предмет. Там, почему вот этот треугольничек, там что-то вот не так. Вот. Но что... это сохранилось, то, что вы там отвечали в этот момент? Нет. Ну, это исключение третьего. Это обычные тестовые... Да, я проходил обычные тесты. Я к тому, что оснований для применения статьи 29 к нему в тот момент не было. Это абсолютно очевидно. Вообще не было, да. Совершенно. Нельзя было применять, нельзя было госпитализировать. Теперь вас задержали. Вот в момент задержания вам объяснили, в связи с чем вас задерживают? Позвонили ли маме, родственникам? Сказали ли, надо позвонить? Мы позвоним, дайте телефон. Нет, они сказали, в момент задержания меня не осветили, в связи с чем меня задерживают. Я говорю, я на приеме, я тест прохожу. Они, ничего, поехали, там да пройдешь, там проедешься. Потому что команда была, то есть меня задержали на примерно 7-ю минуту начала моей процедуры часовой. То есть на вот этот расширенный анализ... Доктор выделяет час на одного человека. Я по глазам, уже потом я допонял, она уже шла ко мне на прием со мной, зная, что меня повезут туда в психушку, потому что команда уже была. И она для понта, да, неважно, не отвечай. Ну, можешь не отвечать, Отвлекали, они просто отвлекали, да, пока ехала. Да, и на горизонте появились два охранника тут же на горизонте. А после этого через 3 минуты появились вот эти два дуболома с наручниками. И мне причину ни на какую не озвучивали. Мне просто сказали то, что не бойся, поехали с нами, там тебе все объяснят. И вот так, там объяснили? Нет, ничего там не объяснили. И вот там, вот этим вот, там все объяснят, мне вот этим кормили все это время, сколько я там лежал. Дошло до этого суда, я говорю, почему я здесь, они начали говорить, потому что тебе так постановил суд. Я говорю, дайте мне постановление суда, они не дают. Скажите, пожалуйста, Никита, а вас знакомили с законом о психиатрической помощи? Нет, конечно. Скажите, пожалуйста, а там кто-нибудь пишет какие-нибудь жалобы, письма, дают ручки, бумагу? Я писал жалобы. Вы писали жалобы? Я писал, а больше никого не видел, чтобы кто-то писал. А как вы регистрировали ваши жалобы? Они отказывались регистрировать. Вот это самое главное. Они принимали... Можно писать сколько угодно. Подождите, они принимали жалобы? Они как бы, ну ложи на деревню дедушки, а куда? А к врачу, а где врач? А врач до 3 часов. Ну, завтра придет врач, врачу и отдашь. Я врачу отдал, они меры предпринимали. Меры, потому что я по существу, там по распорядку дня, по таким житейским вопросам, знаете. Тебе письменные ответы давали? Нет, конечно. Нет. Никто не принимал жалобы, никто не расписывался, никто ничего никак. Уничтожали потом. Просто на заметочку, просто у них там все по слухам, у них пациенты сказали, они уже, то, что ты говорил, они через 10 минут уже обсуждают, они уже это знают. Скажите, пожалуйста, Никита, а кто-нибудь там телефонами пользуется? По слухам, сам лично не видел, по слухам пользуется телефоном один человек, но у него забрали этот телефон. Как он там сидит, лежит, вернее. Ему сделали вторую группу инвалидности, нерабочую, и... назначили пенсию в размере 11 тысяч рублей. Также он там живет. Он живет в центре Владивостока на казенных харчах, получает пенсию, но взамен на это он там постоянный работник. Пенсия, естественно, там 70%, наверное, идет на этот интернет. Да, и он тот человек, который
как бы посыльный, когда нужно выйти куда-то на улицу, отнести письмо, почту, и к нему сбегаются всякие люди, у которых есть деньги, и просят купить что-нибудь. Ну понятно, значит, телефонами там никто не пользуется, никто. Никто. Вот, забрали телефон у меня сразу же. Ты требовал свидания, звонки телефонные, чтобы тебе разрешили домой позвонить маме? Отменили, говорили, куда позвонить, я говорю, я не знаю куда, я не помню. Вы мне, говорю, мой телефон отдайте, у меня там мои номера, мне нужно позвонить адвокату, они это не отдавали. Говорят, выпишешься потом. Главврачу, там медсестра тебя отправляет к санитару, санитарша к медсестре, медбрат говорит, иди вообще, пошел нахер, ну буквально просто посылает. Доктор вечно занят, бегает, у него такая железная дверь за заслоном. Им некогда. И, в общем, замкнутый круг такой получается. Никита, скажите, пожалуйста, а кто-нибудь компьютерами там пользуется? Кроме санитаров никто. Нет, я имею в виду из больных. Кто-нибудь компьютерами пользуется? Нет, конечно. Ноутбуками никто не пользуется, да? Нет. Телефонами, ноутбуками никто не пользуется. Ручку, бумагу тебе выдавали без проблем? Мне приходилось ее сращивать. Как это? Ну, это ходить по палатам и говорить, есть ручка, есть бумага, дай мне. А у санитаров просил, требовал? Просил, но они сказали, что они не обязаны мне выдавать. Да нет, они обязаны выдавать ручку, бумагу. И 15 минут звонков тебе в сутки положено по закону. Скажите, пожалуйста, Никита, а кто-нибудь там в книге жалоб и предложений пишет что-нибудь? Не знаю. И вы знаете, в таком учреждении я даже забыл про такую книгу. Я был в армии, я был в рейсе, я сидел 15 суток в богадульнике, ну вот за свои автомобильные приключения. Но такого места, в котором я провел вот эти вот 27 дней, я впервые в жизни увидел. Это вообще страх лютый. Скажите, пожалуйста, Никита, а там много кровати находится в палате? Да, на душу населения больше. Я считал, вот в моей палате, например, номер 3, в которой я изначально был, там было... Сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, порядка 20 кроватей на 20 квадратных метров. На 20 квадратных метров 20 кроватей? Примерно, да. Одни из них двухъярусные. Мы с ней стояли, кровати почти впритык друг к другу, правильно? Пройти почти не было где. Да, да. Посередине была такая как бы ложа, то есть посередине там люди лежали бок о бок, то есть 4 кровати вместе и 4 кровати вместе, а по бокам были двухъярусные вот так. А, ясно. То есть там даже не пройти, свободно ходить было невозможно, да? Невозможно, мы пихались, пинались, там был пациент, который ходить не мог, на жопе ползал, мы об него вечно... ну, в общем, в столовой тоже было 3 раза приема пищи, 3 захода каких-то. И ложки, вилки, я так понимаю, они не обрабатывались, потому что... Первый заход, кто покушал, допустим, они там, ну, совершили. И тут же они перестирывают эти же самые ложки, то есть вилки как? Ну, вот так вот, просто в ванне, знаете. И на тебе снова. А питание там какое? Питание мне не понравилось, но говорят, что есть еще и хуже. Вот. А также меня перевели в первую палату, потому что меня кусали клопы. И это зарегистрировано было. У меня сначала один бок обкусан клопами, потом другой был бок обкусан клопами. И тараканов там достаточное количество тоже. Вши, подожди, важный момент. Клопы или бельевые вши? Я не знаю, кто они такие.
Но после них остаются красные пятна, которые по чешутся. Швам? Не замечал? Вот такие линии идут по швам обычно, вот где прям по боку, по шву. Нет, клопы, скорее всего клопы, не белевые вши. Клопы оставляют волдыри, а вот именно белевые вши, они оставляют покраснение вдоль швов. Вот я вам говорю, это были клопы. То есть есть волдыри, да, пузырчатые, водяные? По крайней мере, раньше были, сейчас пока еще не проверял. Меня перевели в другую палату, и там их не было. Значит, Никита, там были двухъярусные кровати еще, да? При той скученности были двухъярусные кровати? Были. Отлично. Ты что, я сама в шоке. И все-таки я хотел бы вернуться к рациону. Я же оставил там, который ходил полностью. Никита, в основном, чем вас кормили? В основном. В основном капуста. Тушеная? Да, вот это капуста в перемешку с какими-то подобием сарделек в основном. И мясо было? Мясо я видел один раз. Один раз только мясо. Я вот сейчас почему родителям попросил мясо, очень соскучился по мясу. Видел или кушал? Удалось кусочек один урвать. Вот. А по утрам это каша обычно. Это что-то в молоке такое, какие-то макароны. В общем, макароны и какая-то пшенка и капуста. Вот весь рацион. И сладкого что-то давали? Сладкого тоже не давали. Я соскучился по сладкому. Мне вот последнее время люди добрые передали. Шоколадки я покушал, шоколада, это раз. Да. Потом тебе не разрешали глюкозу также мне вкалывали. У меня появилась более-менее какая-то сладость. Но я первые 3 недели ощущал желание сладкого. Прям очень мне хотелось. Mm-hmm. Хотя я не сладкоежка. Из напитков что давали? Чай. Только чай, сухофрукты были? Соки? Нет. Кофе с молоком давали еще. А вот так, если попить захотел, где можно было набрать воды там или попить воду? Там стоял бак, который был постоянно почему-то полупустой, либо пустой. И краник открываешь, и вот и пьешь как-то и так. А скажи, стаканчики где брали? А стаканчики там внизу такие вот поднос открываешь, там кружки, из которых запивают таблетки. Когда человек не пьет таблетки, их толкут. И в такие толкушки делают воронку из бумаги. Толкут таблетки, засыпают в рот и заливают это все водой. И вот эти 3 стаканчика, они как бы на всех пациентов. А там пациенты разные, очень разные, страшные. То есть антисанитария, как там получается? Они санитарную обработку вообще проводили в помещении? Ну, вообще стараются проводить. Там каждый день там санитария. А у нас коронавирус, пшикают вот это вот все рукоятки там, ну, как бы... Я не знаю, место ужасное. Я видел. Подожди, перед входом в столовую вам брызгали на руки антисептиком? Советовали, рекомендовали помыть ручки. А лампы вот эти вот, которые ультрафиолетовые, там, ну, у нас обычно выгоняли всех в одно крыло, там ставили лампы ультрафиолетовые, а потом наоборот, мы в другое крыло, а лампы в другую я сторону. Я понял. Не было такого. Были лампы, они в углах, и они включались как-то там. На кнопку нажимаешь, она должна гореть, не гореть. Но люди там находились. То, что вы рассказываете, у меня такое тоже было. Это людей полностью всех выгоняют, проводят вот эту вот штуку, а потом назад загоняют. Такого не было ни разу. То есть здесь вот эти лампы ставили, не выгоняя людей, правильно? Да, и они там стоят, выключают их 10 часов. Кто-то возмущался, что эти лампы влияют на роговицу, и человек вообще может ослепнуть.
Никто не возмущался, но мне было очень неприятно. Я пытался всегда их потушить. Но мне нельзя. Мы, наверное, о разном говорим, о разных лампах. Кварцевые лампы. Да, наверное, мы о разных лампах говорим, наверное, да. Значит, Никита, скажите, пожалуйста. Кварцевых ламп не было кварцевых ламп, не было. Которые уничтожают ультрафиолетовые лампы, да? Да, совершенно верно. Не было. Значит, Никита, скажите, пожалуйста, а овощи вам давали, фрукты? Фрукты давали? Нет, ни разу. Ни разу. Они входят в рацион, фрукты. Ну, у Артемонова видели, какой животик. И ну там... да. То есть яблоки есть там, да? Судя по Артемонову. Судя по Артемонову, да, артемонки растут. Новый сорт яблок. А, то есть ты вообще там ни груш, ни яблок, вообще ничего не видел, ни сухофруктов? Похудел на 5 килограмм. За 20 этих 6 дней 2 раза я не посещал прием пищи. Но я дело в том, что я никуда не ходил. Я нигде, я на одном этаже. И как я умудрился похудеть на 5 килограмм? На 6. Вас там взвешивали? Температуру измеряли? Температуру измеряли. Это взвешивание проводили? Взвешивание не проводили, нет. Я взвешивался вот здесь. Взвешивание – это обязательная процедура. При поступлении в стационар взвешивание – обязательная процедура должна быть. Такого там не было. А тебя когда принимали, то есть тебя сразу скрутили наручники и навязки. А у тебя была такая процедура, что тебя заводят в кабинет, там сидят два врача, спрашивают, кто ты, что ты, там имя, фамилия, отчество, национальность, там измерили рост, ЭКГ сняли, там выдали пижаму. Не было такого? Ну, частично это вот было перед вязками. То есть меня эти два амбала ввели в наручниках, расстегнули наручники, сумку мою закрыли. Этот, который с планшетом все время ездил, сделал заключение. А, все, ложить. И все. И дальше меня повели туда. Сняли с меня одежду. Дали мне другую одежду, вот эту робу. Тут же навязки и тут же укол. Ничего в соответствии с законом там не делалось. И это не психиатрическая больница, а гадюшник. Вообще. И клоповник. Гадюшник. Ну, клоповник, гадюшник, это еще хуже, чем даже я себе представить не мог. Мне, вы знаете, вот я когда 15 суток в богодульнике сидел, мне там понравилось больше. Подожди, а курить ты куда ходил? Туалет. То есть в туалете разрешали курить, да? Да. Также еще хочу добавить, что по ночам туалет закрывали, выставляли 3 ведра, и все люди ходили вот в эти 3 ведра, которые стояли в конце коридора. И ванизм шел на весь коридор. И кто-то туда и какал, и писил, и все подряд. А туалет открывался только в 6 утра. Туалетную бумагу выдавали? Ни разу. А чем вы вытирались? Я нашел где-то, я не помню. И ты мне передавал? Не дали мне тебе передать, сказали коронавирус. Не знаю, я где-то нашел туалетную бумагу у кого-то, не помню я. Подскажи, в ванной вы принимали? Был один раз в день душ. А ванны нету? Ванны? Нет. Ванна, она как бы есть сидячая в туалете, но там как бы я один раз попытался принять ее, сейчас секундочку, я один раз попринять ее попытался, но дело в том, что там вода сделана так, что как только кто-то включает какой-то кран, температура сразу меняется. Вплоть до того, что даже если кто-то сливной бачок сливает, температура сразу меняется в этой ванне. Это раз. Во-вторых, там еще параллельно с этим 20 человек все курят, и кто-то испражняется. Перегородок, например, вот 3 очка, и перегородок между этими очками не было. Я, когда испражнялся, я боялся, что на меня кто-нибудь насрет, извините меня.
И по понедельникам нас водили в баню. Это на первый этаж туда ведут, и там какие-то такие вот струи воды и какой-то туман, какой-то, ну, просто постоять под струйкой воды, вот, и все. Как решалась проблема с подстриганием ногтей, бритья и подстригания? С подстриганием ногтей это решалось в бане. Была такая коробочка, в ней были щипчики. И каждый желающий мог взять себе щипчики. После эти щипчики замачивались. Вот я один раз воспользовался этими щипчиками и подстриг себе на ногах ногти. А как ты брился? Брился я дважды. Это было машинкой. Я увидел то, что люди подстригаются машинкой, и я, ну, подлез, подставил, и быстро машинкой чик-чик-чик забрился вот так. Машинка для бритья головы, да? Обычная, да, машинка. Да, да. А стричься волосы я не стригся до сих пор. Ногти, ногти я тоже не знаю как. Я то грыз их, то я не знаю. Ну, ногти тоже в ужасном состоянии, на руках. Ты мне скажи, по ночам, вот меня интересует тема клопов и вшей. Потому что у меня это, были вши, я знаю, что это такое, бельевые, из камеры в психушку привез. Так вот, у меня эта вша, она на третий день начала ползать по мне. То есть она так тихонечко ночью выползает и начинает ползать. То есть немножко щекотно становится. Такое было у вас вообще? У меня лично не было, нет. У меня были бельевые вши в армии. Я знаю, что это такое. То есть клопы однозначно, да? Однозначно это клопы, да. Бельевые вши, я знаю, что такое. Через армию. Сами санитары где курили? Там у них в туалете была какая-то кладовка, где хранились как бы ведра, швабры, тряпки. И вот они курили там. То есть курение на территории стационара. Артамонов. У тебя там полный бардак. Еще как у вас камеру забирали? Снимал на свою камеру GoPro. Когда приехали эти два амбала на Некрасовскую 50, они закинули камеру в сумку, надели мне наручники, и после я свою камеру в руках не держал, вплоть до сегодняшнего дня. Тебе вещи все вернули? Точно так же и телефон. Вещи вернули все. А ну, отформатированные сим-карты, да, все эти SD-карты все отформатированы. Да, ну, да, видите, отформатированы. Телефон проверял, в телефоне отформатировали, удалили все? Нет. Или они не смогли разблокировать? Не смогли разблокировать, у меня запароленные, у меня аудиозаписи остались. Аудиозаписи, ты вел записи, когда туда пошел? Ты скрытый диктофон включал? Первые разы я включал диктофон, да. А когда я, при задержании у тебя диктофон скрытый работал? Нет. Плохо. Я ничего не успел сделать, все произошло очень быстро. Я не знал, кого слушать. Со мной вроде бы велся прием, и я хотел показаться адекватным человеком, который ведется прием. Но в то же время эта женщина, ведящая прием, спокойно наблюдала, как меня пакуют. Я только потом уже понял то, что решение и информация, что меня запакуют у нее на приеме, у нее уже было до приема. Почему? Потому что позавчера я сам посетил этого Артемонова. Вы хотели, наверное, мне сказать, чтобы я особо не светился, потому что они могут меня обратно туда отправить. Значит, это я тебе отдельно озвучивал, это не надо для всех озвучивать. Я тебе сказал, и маме твоей озвучил, ты сейчас в очень опасной ситуации. Значит, Никита, никто вас теперь не тронет. Вот, если мы опубликуем вот это видео, тогда тебя точно никто не тронет, вот понимаешь? Я вам объясняю, что теперь вас вообще никто не тронет. Скажите мне тогда вопрос у меня к вам. Мне нужно водительское удостоверение. Мне нужно пройти и получить эту справку. Я сейчас просто боюсь идти на Некрасовскую 50. Значит, Никита, Некрасовскую 50 вы можете идти без всякого страха, но с вами всегда должны быть ваши представители. К психиатрам,
не имеет значения кому, к полицейским, в суды, вы должны ходить со своими представителями посредством видеосвязи. Вы когда-нибудь видели мои ролики, как я ходил по судам, прокуратурам, и у меня на связи были мои представители? Не знаю, может быть, я не ваши ролики видел, я видел ролики, где люди ходят по инстанциям, включая прямые эфиры. Я могу вам сказать, что это с нас началось все это. Все это началось с нас. Но и непосредственно рядом кто-то должен быть в обязательном порядке, а то и камеру заберут, и телефон заберут, и ничего не скажут. Значит, Ирина, никто не покушался на мои камеры и телефоны, когда все знали, что на связи находятся мои представители. Почему это обезопасивает? Поясни, пожалуйста, Рафаэль, почему именно представители обезопасивают тебя, даже на удаленно через на расстоянии? А потому что все прекрасно знают, что если с ним что-нибудь происходит, то представители тут же звонят в полицию, поднимают на ноги весь этот регион. И они являются свидетелями того, что происходит. Да, и они же могут и осуществлять видеозапись всего, что происходит. Они также могут написать заявление о совершенном преступлении сразу во все инстанции, затребовать материалы дела из суда, обратиться к уполномоченному по правам человека и так далее и тому подобное, и получить полный доступ ко всем документам, в том числе и к медицинской тайне, если у них есть доверенность такая. Да куда угодно они могут обратиться. Реакция молниеносная, не как в отношении с Никитой. Вот Никита один пошел, он совершил ошибку. Только через 2 или 3 недели народ поднял волну возмущения и начали его искать. Конечно, если бы он пришел со своими представителями, то в этот же день на уши был бы поднят весь Владивосток. Ну, такого бы не произошло просто, в принципе. На него бы никто не набрал. Да, его бы никто не стал трогать. Я в 2016 году это все объяснял. Мы в 2016 году это уже практиковали. В общем, Никите нужно написать заявление по поводу уничтожения информации на его камере, что он сегодня обнаружил при выписке. Опись составлена не была при изъятии аппаратуры, и к ней они имели несанкционированный доступ. Да, это тоже преступление уголовное, а информация у вас там была ценная, которая доказывает, что они сфальсифицировали основания для помещения в психстационар. Куда мне это написать? Прокуратуру, Следственный комитет. Эта информация, Ирина, доказывает, в каком он был состоянии. То есть эта информация доказывает, что оснований для его помещения в стационар не было вообще никакой. А уничтожение являлось фальсификацией доказательств. Да, совершенно верно. Применение нейролептиков, всяких препаратов к вам незамедлительно тоже являлось фальсификацией доказательств по судебному делу. Они вам сфальсифицировали состояние, в котором они вас предъявляли судье. А судья давал оценку вашему состоянию. Если вы лыка не вяжете, то судья, да, думает, он явно ненормальный. Вот это и есть фальсификация доказательств. Не сообщив вашим родственникам и представителям о вашем задержании в связи с якобы психическим каким-то расстройством, они тоже нарушили ваши права и право ваших родственников. И это было для того сделано, чтобы фальсифицировать доказательства для недобровольной госпитализации. Поэтому все это надо сейчас записать, запомнить и все подробности запишите. Вот все, что вы рассказывали про бытовые условия, вот это все пойдет в Европейский суд просто прекрасно. Скажите еще, пожалуйста, мне за диагнозом, за моим, за выпиской, это завтра идти туда? Ни одному. Значит, Никита, мы должны быть вместе с вами. Хорошо. Вот мы все должны быть вместе с вами. Третий вопрос, который более острее. Что делать с моими анализами? Нужно ли сдавать где-то что-то, что они меня кололи какой-то херней? Да, совершенно верно. Необходимо решить вопрос об установлении природы тех нейролептиков, которые к вам применялись. Я понял. Но мы с Яной уже сегодня пробовали, и завтра мы этот вопрос добьем до конца, я думаю. Никит, самый первый пункт – это доверенность. Анализы.
анализы, потом доверенность. Он пойдет получать анализы, его там опять примут. Он не пойдет, он пойдет сдавать анализы вместе со мной. Можно? Значит, Никита, мы должны быть на связи. Ирина, а у тебя есть доверенность от него? Кто живет во Владивостоке вообще? Подождите, не перебивайте. Ирина, ты сказала, он пойдет с тобой, ты пойдешь с ним. У тебя доверенность есть от Никиты? Так, чтобы с Никитой ходить, доверенность вообще не нужна. Никита говорит, вот это мой представитель. И все. Доверенность нужна, когда без Никиты куда-то обращается представитель. Ему говорят, докажите, что вы в интересах Никиты действуете, он вам поручил. А если вы пойдете вдвоем, вам там устроят провокацию, Никиту опять поместят в психушку, а тебе скажут, Никиты нет рядом, давай доверенность. У тебя есть эта доверенность? Значит, Никита, вот вы знаете, мне кажется, кто из нас здесь очень сгущает краски. Никита, наоборот. Уведомляю, что моими представителями являются и перечисляете хоть десяток лиц. Также вы пишете, требую, чтобы о моем психическом состоянии информация выдавалась по запросу моих представителей. Вот вашей бумажки достаточно. Если вы ее сейчас напишете, нам вышлите, отсканируете, вышлите, можете ее в больницу выслать, в психиатрическую, то никакой доверенности, в принципе, не надо. Вы свою волю сами изъявляете. А почему апелляционную жалобу нельзя подать на постановление о его недобровольной госпитализации? Апелляционную жалобу? Да, запросто. Он не получил постановление, имеет право обжаловать. Опять-таки, нужно сначала, значит, утром завтра, первое, в лабораторию на анализы, кровь, моча, что там еще, не знаю, независимую. Второе, главному врачу с запросом. Второе, доверенность. Дайте мне решение суда, дайте мне заключение врачей, дайте мне направление врача. Послушайте, для того, чтобы подать в суд заявление. Владимир, подождите, Владимир. Остановитесь, пожалуйста, коллеги. Во-первых, я очень устал уже. Давайте, дайте мне план действий на 2-3 дня первые. Все. Давайте я их сделаю, а потом вам озвучу, и что будет дальше. Добро, вот. Никита, подожди. Послушай, пожалуйста, меня. Я прошел через все это. Я тебя прекрасно понимаю. Послушай мой опыт. Адвокатам я не доверяю. У меня было 3 адвоката. Первый пошел против меня, второй отказался, третий вставлял палки в колеса. Я тоже не доверяю адвокатам. Теперь слушай внимательно. Сейчас ты один. Один, кто имеет право доступа ко всем своим материалам. Если ты выпишешь доверенность, тебя станет много. Сколько кому поручишь, столько тебя во много раз и станет для этой системы. То есть ты можешь параллельно осуществлять много дел сразу. В первую очередь доверенность. Я тебе расскажу свой опыт. Я когда вышел из психушки, я тоже начал сразу качать. Я начал свои права отстаивать, писать везде и так далее. Что произошло дальше? Через 3 месяца взломали дверь в мою квартиру, опять своровали вещи и по официальной версии искали мой труп, либо неадекватного мужчину, который бегал по подъезду. То есть хотели либо меня убить, либо снова сдать в психушку. Делай выводы. В первую очередь это доверенность, потом все остальное. Тогда тебя станет много через своих представителей. Кому доверенность писать, объясните мне. Я вас знать не знаю никого. Я тебе поясняю. На тех людей, которые ты знаешь. Яна, мама, дядя. Все, понял. Мама, на них выпиши. Я не говорю на меня, там, на Рафаэля, там еще я кому-то. Я понял. На твоих доверенных лиц. Чтобы если ты, вот представляешь, сейчас еще вот эта ситуация с коронакризисом. Вы уже рассказали, не будем повторяться. Я очень устал, повторяюсь вам. Все. Начинаю выходить из так, себя. Все, срочные вопросы. Максимум один от каждого. И отпускаем Никиту. Ну что, хотите теперь узнать, что такое астения? Хотите узнать? Не, давайте это потом. Никита устал. Рафаэль. Так вот это и есть. Говорить, вот это астения. Это и есть астения. Вот последствия нейролептиков. Хорошо, мы поняли. Благодарствуем. Дальше. Телефон у тебя на связи, Никит? На связи. Тогда надо доверенность на того делать, кто зарегистрирован. Ну или вот через адвоката. Вот я про доверенность и говорю. Доверенность откроет множество путей, параллельных, вот одновременно. Я начинаю уходить. Вы уже начинаете без меня. Ну, я так понимаю, я сегодня уже не нужен. Да, Никита. Все, до свидания, давайте, до связи. Давай, отдыхай, набирайся сил. Будут вопросы, звони в любое время. Астения. Как последствия негативного вмешательства в психику человека? Астению мы уже зафиксировали. На видеозаписи она есть.
Народ, поздравляю вас. Нам всем получилось заставить систему включить задний ход. Благодарствую от всего народа. Да, фактически, да, мы заставили их.